Государственный язык – мой язык. Конкурс под таким названием состоялся на базе воинской части 6505 Национальной гвардии. В мероприятии приняли участие военнослужащие и специалисты по внедрению государственного языка из Акмолинской, Костанайской, Североказахстанской и Карагандинских областей. Примечательно, что победителем состязаний стал военнослужащий из Караганды Владислав Горизанов. Подробности расскажет Антон Александров. Этот конкурс призван расширить использование государственного языка в войсковых частях страны. Строгое жюри оценивало умение стилистически грамотно строить предложения, культуру речи, музыкальное оформление своего выступления, строевую выправку и учитывало ряд других критериев. Данный конкурс в целом в Национальной гвардии проводится не первый год. Приказом главнокомандующего Национальной гвардии в 2015 году был утвержден приказ о проведении данного мероприятия. Цель сегодняшнего конкурса – это пропаганда применения сферы государственного языка среди военнослужащих Национальной гвардии. Все участники смотра к своему выступлению готовились заранее. Первый этап смотра под названием «Бастау» предполагал рассказ о себе, месте службы и коллективе. Затем необходимо было разыграть сценку, продемонстрировать знание крылатых выражений, пословиц или поговорок. После составить доклад на государственном языке на заданную тему. В воинской части у нас, в каждом воинской части есть такой должность – казахский язык. Неделю 5 часов нам проводит казахский язык. Мы учимся, всегда стараемся, всегда у нас конкурсы, там, всегда у нас занятия. После службы занятия мы проводим. В ходе выступления оценивался дух творчества и патриотизма, демонстрация находчивости и юмора, умение держать себя перед аудиторией, по возможности применять форму песенного состязания казахского народа «Айтыс». Сегодня большое внимание уделяется расширению сферы использования государственного языка. Победители данного конкурса в сентябре месяце будут участвовать в третьем этапе, который проводится в Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Нур-Султан. На сегодняшнем мероприятии принимает участие 7 участников. Это из 7 воинских частей, которые прибыли на этот конкурс. Положение конкурса предполагает участие в мероприятии военнослужащих некоренной национальности. На этот смотр в Караганду также были приглашены военнослужащие специалисты по внедрению государственного языка из войсковых частей Североказахстанской, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей. Антон Александров, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев. 5 канал.